попытка вытащить стропами в эту сторону. Вон еще Вова едет. Все тут сгруппировались. Понятно, тут. Друзья, вышли мы на улицу, чтобы показать вам это все происходящее и запечатлеть этот исторический момент, как Шишигодош освободится. Полная жесть. Так, тремя. Ну давай чуть назад. Я вижу, пока не работает пока. Полная жесть, цепляют. Паша, стой назад! Паша, назад! Хорош! Это полная жесть. Вот так мы тут ходим. Блин, расколбас просто нереальный. Еще дождь пошел. В общем, то, что доктор прописал. Вот это засадили. Там Миша цепляет. Да, давно так не садились. Я когда-то посередине, вот здесь где-то правее, ГАЗ-69, просто без ничего, стоковый, ночевал. И мы утром тремя лебедками все ехали к нему, присосался так. Представляете, сколько надо усилий, чтобы додж, Шишига-додж сдвинуть. Рама Шишиговская, мосты, а мотор и будка додж. Так, что-то там. Ага, так. Пробует. Альфовская механика. Все пока не согласованы. У него к ЗИЛу прицеплен, да. У него к ЗИЛам. Так, есть контакт. ЗИЛ оторвался. Да, нормально. Да, это жесть. Порвалось. Там еще альфа лебедкой тянет. Стоковый УАЗ дубасит. Все равно УАЗ. Что-то не получается. Прилип. Вон лимузинчик едет. Вот какая-то известная машина. На крыше. Так, Захар приехал, сейчас Миша прицепит. Захар еще
обратно. Будет попытка номер два в эту сторону. А вот и лимузинчик. Нормально едет. Да, ширина такая серьезная по шинам. Паша поехал вместе с Захаром. Да, я переживал, что погода плохая. Погода налаживается, все нормально. Оффроуд четкий. Так, ну, смотрим. Так, ну попытка вынять. А бородач не включился еще. Опять порвали. Стропа что-то ненадежная. Машина получилась. А вот еще одна тоже едет неплохо. Ты построил отличный автомобиль. Нормально едет, да? Там надо с кардана поснимать травку. Вот тут люди нормально. Как там вверху люди? Да, пока не попадали. Да. А ну. Нормально едет тоже. Это видео тебе купит. А? Купит тебе видео. Ему понравилось. Серега, можешь чуть отъехать мне помочь? Так, ну тут пока неудачно. Давайте пойдем ближе. Может, надо что-то помочь. А нет, там 63-й якорем стоит. Вот. Сейчас ребята хаммер будут вынимать. Полная жесть, в общем. Так, Вова дает трос новый. Что-то, блин, конечно, он подсел капитально. Олег пошел с тросом. Что-то не то, да, Вова? Да как-то вообще не то. Слышишь, я вспоминаю много лет назад, вот тут посередине сидел ГАЗ-69. И мы утром тремя 69-й, обычные стоковые.
И мы тремя лебедками тянем и едем к нему, представляешь? Просто ночь он переночевал, обычный 69, который весит там тонна с копейками. Я на таких спалил эту, спалил сцепление. Да? Лебедку тоже, да. Ну вот это, вот на таких, да? Нет, на волынках. На волынках. Прилипли за ночь. Да? Представляете, да? То есть он уже здесь находится, ну, не знаю, я часа два уже здесь. То есть примерно столько. Ух ты, блин. Видите, что творит? Просто уаз. Не знаю, как это он делает. Ну, мотор хорошо очень работает. Витя, осторожно, не застрянь, машина дорогая. Ты видишь, что случилось с человеком? Так, еще Шишига приехала. Привет. Шишига, которая с манипулятором ЛуАЗ подымала. Если это она, не она. Нормальное кино, да? Очень весело. Не пожалел, да? Да нет. Починил карбюратор? Да. Что было? Позабивался полностью. И все, да? Все позабивался. Я вытащил жилку тросика. Прочистил. Все каналы прочистил. И по все поехало, да? Так, друзья. Там Миша за рулем. Да, как вынять Шишига Додж. Додж кино называется. Это мама не горюй. У кого? Вон как на красном желательно, да? Да. Ну это уже вообще уже хорошо. Хотя бы кражевские рамки поставил, так вот. Нельзя ж по дороге общего пользования ездить, понимаешь? Стирается. Ну а бодрыши, кразовские ободрыши, да. Ну его все равно его увезут. Он же или он своим. Не, он своим ходом. Тогда да, это снял. Колеса идет, оставить. Вот говно, хаммер говно. У меня вот вышли ключ, он говорит, что нет, говорит, я понял, что только можно взять покататься, это нормально. Да. Дождь пошел посильнее. Так, лимузинчик пытается вынять хаммер. Погода то, что надо. Я переживал, что будет жарко и сухо. Все, блин, наладилось, слава богу. Было хорошо. Было немножко солнышко и... Да не, хорошо сейчас. Конечно, это лучше погоды, чем сейчас, вообще не может даже придумать невозможно. Так, ну сейчас цепляют опять, очередная попытка. Маша, давай по чуть-чуть. Поднимайся, поднимайся. Только ребенка. Поднимай ребенка. Благодаря дождю нету этих кусюсек. Паша пытается лебедкой. Но она на подвеске поднялась и все. Все, и что дальше? Маша, еще бегай. Так, пытаются поднять унемогом. Thank you.
Так, и лебедка. Ну что там, нормально? Все трудно. Да, веселая операция. Так, бородач приподнял, сколько мог. Замерли в ожидании, все смотрят сюда. Что, чем это все закончится, да? Да, интересно. Глянь, люди в Луазе вот сидят. Вот, вот человек. Не-не, там 40 гигов было, не кончится. Да, да. Стоп, 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 трос намотал. Там близко стоит немножко. Ого. Так у не мог еще. Не напрягали. Еще его вас сзади подъезжает. Хаммер пока не достали. И Миша сейчас две лебедки плюс бородачу не могом. Смотрим. Там интересно, да не, ну тут посерьезнее операция. Есть, Миша, дай натяжку, чуть-чуть, дай натяжку. Чуть-чуть намок я уже, там трос на узел завязан с крюком. Диман, уходи! Согласованности нету чуть-чуть. Миша закапывается. Это жесть. Так, ну Хаммер пока тоже отказывается. Наконец-то!
Вот это было непросто. Достали. И Хаммер достали. Все одновременно произошло. Да. Это номер. Куда он? Туда будет делать? Так ему надо переехать. Ну вот сейчас отпустим. Поедете сюда. Миша, дай назад, езжай сюда. Отпусти. Полная жесть. Давай. Ну достали. Паша говорит, что такого не было. Закусила там, Миш? Так, а вот серьезный автомобиль едет. И куда он едет? Стой, давай. Вот тут электро. Что, Вранглер может? Там бы он не проехал, да? Вот тут яма смачная. Все, бородач вытащил. Додж на твердую землю. Такой оффроуд сегодня. Такой бывает только раз в год. И то не всегда. А вот и лимузинчик. На серьезных шинах. Фото. Вот так передний задний.